Так, сегодняшний поход мы начинаем с осинника. Проверяем осинник, собираем красноголовики. Встретилась весьма неплохая полянка, сразу несколько штук. Два брата акробата сросшиеся. Сейчас все подосиновики чистые, потому что достаточно холодно. Середина октября, и червячков, соответственно, уже нет. Приятные находки, за что я люблю осенние сборы подосиновиков. Они всегда чистые. От нас не спрячешься ни под какой коряшкой. И даже вот такой вот, ну, по-моему, он старый. Да, старый и со слизнем оставим здесь. А вот и опята. Медовые, осенние. Подосиновичек. Шикарный. И чуть выше поднимаем голову. Такой вот кустик осенних медовых опяток. Видите, какие они? Юбочка обязательно у них. Затемнение такое вот на шляпочке. Эти медовые. Это не те, что называют черноголовики. Черноголовики, они прям темные, такие серенькие. Это медовые. Заберем их. И тут же рядышком еще один красноголовый товарищ. Красавец. Прям все рядышком, все на одной поляне. Малыши лезут. Их практически не видно. Прям в корнях развалилась шляпа. И еще один кустик опят. Эти такие уже потемнее. Сегодня постараемся найти черноголовики и вам показать. Молоденькие-молоденькие. Там гвоздики-карандашики. Такие можно прям вот так вот кустиком. Смотрите, какая прям астра грибная. Оп. Так будет проще их перерабатывать. Ой, в маринад самое то. Любите такие гвоздики? Шикарные. Знаете, в этом году очень много грибов. Я снимаю редко, потому что просто некогда. Не успеваешь в погоне. В этом году не то, что много грибов, много и грибников. Поэтому важно быть первым. Приезжаем в лес затемно, то есть засветло. До рассвета еще стараемся попасть, чтобы всех опередить, потому что это очень важно. Грибников стало очень много. Смотрите, какой красавец, свежачок. Я уже по дороге сюда насобирала вот таких грибочков. Это пестрый зонтик. Беру только шляпку. Вкусно будет потом пожарить в кляре, вы знаете. Это вороночник рожковидный. Беру на сушку его, чтобы потом очень вкусный грибок. Деликатес. Трюфель для бедных у нас называют его. Растет он по склонам. Мы пока спускались и нашли его. То есть он любит такие пригорочки своеобразные. А это опята. Здесь был кустик по дороге осенних. Вот они, тоже медовые. И также попадались еще
летники, как у нас их называют. Вот они, пушистики. Эти уже давно отходят, но еще встречаются немного. Так что сегодня у нас ассорти. Подняла корзинку, оказывается, я ее поставила на вот такую прекрасную маленькую-маленькую семечку синих опяток. Сразу их подрежем, чтобы грязь домой не везти. Да спрячем. Такие карандашики прям попались. Молодые. Тут же рядышком, смотрите, попалось. Еще немножко подосиков. Тут один. Идем с вами дальше. Здесь два малышарика. Малышня. Здесь вот такой вот прям мужичок. И поворачиваемся где-то еще здесь. А, вот он, вот он, вот он. Прячется, прячется. Вот он. Нашли его. Я уверена, что это, конечно, еще не конец. Что-то тут еще наверняка есть грибочки. Сейчас будем их искать и собирать. Свежак. Люблю такие белоножковые подосики. На мой взгляд, самые вкусные из подосиновиков. Тоже сросшийся. Еще нашла такую полянку, уже села и вижу еще два. Даже нет, уже три. Еще три вижу. Два маленьких, а другой красный-красный. Сейчас покажу вам. Вот такой вот. Бедненький. Крючился-крючился, но вылез, выжил. Такой вот толстопузик. Ох, как много. Всякой травы и сора. Видите, какой карапуз шикарный. Вот еще один малыш-крепыш. Идем дальше. О, тут еще, смотрите. Сейчас поворачиваю камеру. Вот он. Еще малютки прям классные сегодня попались. Вот такие. И поднимаем голову. Видите его? Видите? Плохо видно. Вот он. Сейчас я покажу вам. Вон он, вон он, вон он виднеется. Видите? Вот он. Сейчас мы его достанем. Ох, какой! Богатыри.
И вот этот самый-самый просто козырный гриб. Смотрите, какой красавец. Просто красный подосиновик. Шикарный. Вот это, я понимаю, крепкий-крепкий. Ой-ой-ой, какой классный. Вот за что я люблю осенние подосиновики. За их насыщенный цвет яркий. Шляпка как бархатная прям. Мечта. Ну вот, считай, с одной полянки. Сколько получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук с одного места. Класс. Что-то распался. Ничего страшного. Почему так важно именно гриб выкручивать? Знаете, грибницы все равно, а в земле остается половина ноги. Поэтому мы стараемся белые подосиновики эти грибы выкручивать. Опята, конечно, срезать. Но опятам тоже все равно, как их собирают. Срезают или срывают, счищают, сгрызают некоторые со стволов. Поэтому собираем как нравится. Главное не вытаптывать это место, где нашли грибы. Не прыгать, не танцевать, как говорил Михаил Вишневский. И будет вам счастье, и будут вам грибочки. Почему, как говорят вот в старину дедушки, бабушки, вот мы вот ходили раньше, вот там было столько грибов, а приедешь на то место, ну ничего нет абсолютно. Потому что там столько ног походило в течение лет, наверное, 10-15, что там просто все вытоптано, и грибница просто уже там не выдает свои плоды. Классный. Красавец. Сейчас бабье лето заканчивается. Передают дождики. Нужно успеть. Дальше потом, конечно, уже подосиновиков будет меньше. Будут в основном опята. И поздние осенние грибочки. Запомните врага в лицо. Там, где хорошие грибы, всегда будет вот эта гадость. Всегда. Бледная поганка. Бледно-зеленого цвета. Их очень много в лесу. Рядом с хорошими грибами. Видите? Стоит поганка. Плохо видно, вон на них много поганок. И стоят хорошие грибочки. Стоит красавчик. Ну понятно, что с подосиновиком вы, конечно, его не спутаете. Главное, чтобы не перепутали это с сыроежкой. И не собирали их. Их очень много зеленых, видите? Еще один. В траве спрятался. Надя, находки. Мы сегодня с Надей вместе гуляем. И вот такие попались. Это второй получается. Зайдем. Ай, колечки. Третий красавец. Нога какая белая. Шикарная. И четвертый. Хорошо. Рядом. Тоже и у меня один и второй красавец. Все под веточками приклоненные стоят. Вау. Видите, какая нога пряталась. Пол ноги в земле.
И рядышком, видите, она бледная. Погань из яйца. Видите? Вот какая гадость. Никогда не берите ее руками, не кладите ее к себе в корзинке. Никогда. Уже в этом году известны случаи. Даже у нас. Лучше собирайте только те грибы, которые знаете. Потому что грибник, он как сапер. Страшно по незнанию собирать то, что не знаешь. И рисковать быть первооткрывателем. Эти прям тройняшки попались. Давайте попробуем их вот так вот достать. Какие хорошие. Ой, не говорите только, что они маленькие очень. Оставить их подрастать? Нет. Выходные, грибников много. Сейчас утро. И мы первые просто в этом месте. Поэтому, конечно, их сегодня же заберут после нас. А эти попадут нам в баночку. Хорошие какие. Сказочные. Стоят, меня поджидают на опушке. Здесь парочка. И если посмотреть чуть дальше, вон под тем деревом. Плохо видно. Но вот это вот он. Вот он. Тоже еще один. Ну все, эти пойдут со мной. Ну, кстати, рядом какой грибок. Гибелома. Ядовитый гриб. Видите, какие пластинки страшные у него. Оранжево такой бледноватый тоже. Гадость еще, да. Вот он. Мама и сынок. Красота. Под корягой прям. Хожу следом и нахожу тоже. Потому что, видите, грибочки маленькие, прячутся, все идут, смотрят с разных ракурсов. Я иду следом и нахожу грибочки. Прячутся много под палками. Какие красавцы. И я нашла. И у меня. О, а этот что? Ого, я такой никогда не видела. Надя, ты это видела? Смотри, какой гриб. Это тоже подосиновик. Но он только, по-моему, не справился с задачей вылезти из земли. О, смотри. Да. Смотри, голова вниз. Вот это да. Вот это экземпляр. Класс. Представляете, какой? Не справился с веткой, с корягой, но пролез. А я шла вот к этим грибам. Вот один маленький, и вот второй рядышком. И вот такая вот еще находка у нас. Тяжеленная. Класс. И вот такие попались опята. Тут же в осиновом лесу, видите, они какие? Вот это вот черноголовики. Те были... Это все, конечно, один вид, медовые, но эти называют просто в народе черноголовиками. Вот такие вот заросли ожины, папоротника. И, конечно же, это излюбленное местечко для роста наших шикарных красношляповых грибочков. Вон он один,
Один такой шикарный. И второй. Второй как спрятался хорошо. Под палкой. Огроменные чистюли белоножковые. Представляете? Отключаю камеру. Буду лезть в колючки. Классные. Такие вот корявые-корявые грибули. Вытащила я из зажина. Птички поют хорошо. Сегодня прям туманный такой денек, серый, холодный. Холодный пока что. Передавали 20. Но он чистый. Хорошенький. Возьмем, конечно же, возьмем такой. Этот еще чище. Прям беленький, хороший. И сейчас полезем исследовать эти колючки на предмет таких вот переростков мясистых. Ну, вы знаете, ни много ни мало, а в корзиночке моей поприбавилось. Вот, пожалуйста, один маленький в земле, второй повыше стоит, меня поджидает, и вон еще два малышарика. Прямо у дорожки на солнышке более загорелые. Сейчас покажу еще. Прям неожиданно люди прошли. Бегом спешили в лес, видимо. Не заметили. Как они смотрели, я не знаю. Но грибули здесь зачетные. Загоревшие такие. Я такие люблю. Я вообще люблю, когда подосиновик не бледный, а прям яркий-яркий-яркий, аж бордовый. И вот это, то ли градом побитый, то ли, видимо, так рос. Видите, он вроде и не погрызанный, потому что красный. А может и грызанный, кто его знает. В младенчестве его грызли. Потому что, видите, шляпка-то красная. Потом, наверное, после того, как погрызли, загорело. Вот тоже прямо на дороге стоит. Проверим его. О, у него был еще деточка. Такой прям хорошенький, маленький. Прямо жалко счищать их. Вот такие красотули на дорожке прям. Три. Пока вижу только три, может еще сейчас что-то попадется. И да, действительно, развернулась. Вот тебе и четвертый грибочек. Белоножковый. Видите? Достается легко, как хорошо. А нога-то какая под корягой. Белоножковый. Красавец. Вот это я люблю. У меня сегодня один такой день выдался, что я могу поснимать в спокойной, тихой обстановке. Никуда не спешить, не бежать впереди всех грибников. А ходить не спеша по осеннему лесу и не спеша снимать, показывать вам грибочки. О, да. Вот и пятый грибочек. И шестой. Мне кажется, они прямо на глазах растут. Вот он. Красавец какой. Прячется. Тоже загорелый. Там в тенечке в глубине леса они были посветлее, потому что, видимо, там темно, и, конечно, света им не хватает. Эти прям на солнышке загорели. Ой. Хорош, хорош, конечно, хорош. Сегодня счастливо, как никогда. Идем дальше, косим. Молча, тихо. Не привлекая внимания. Такие шикарные попались опята. Черноголовики. Такая красивая у них ножка. Прям божественно красивая. Я прям в такие влюбляюсь сразу, как такие нахожу. До чего красивые. Вот они в осиннике все равно не такие, как в дубовиках. Ой, прям не знаешь, как их схватить.
Давайте кустиком попробуем. Вот так. О, идеально. И это местечко прикроем сейчас. Смотрите, какие серые. Вот это настоящие, как у нас их называют, зимние черноголовики. Классные. Просто класс. Этот аж лопнул. Солнышко пробивается сквозь туман. Наконец-то время уже 10. И чем глубже мы заходим в осинник, тем больше встречается нам опят осенних красавчиков. В осиннике, видите, они все-таки все равно отличаются от тех, которые растут в дубах. Все равно они больше тут подстраиваются под цвет листьев, чтобы быть незаметными. Хотя, казалось бы, опята такие грибы, которые не прячутся, как под осиновики. Ну вот еще, видите, села и тоже увидела еще пару кустиков. Здесь прям они такие медовые-медовые, прям лимонные. Вот эти тоже классные, такая расцветка. Это те же опята, просто они постарше, видите. Их буду сразу обрезать. Берем с ножками, они вкусные. Особенно в жарку. Ничего, что лопухи. Не только карандашики собираем. Я решила для опят отдельно достать ведро, потому что, скорее всего, сейчас будут опята, и они будут ехать у меня отдельно, в отдельной таре. Надеюсь, что их попадется сейчас побольше, чем под осиновиков. Хотя идем мы еще все-таки по осиннику, но уже в темном лесу встречается меньше намного подосиков. Вот он, видите, какой юбочка. Пластиночки такие бледновато бежевые с желтизной. Желтенькое колечко. И вот такой вот лимонно-медовый цвет. Цвет осиновых листочков. Это опенок осенне-медовый. И правда, их не видно. Вот, пожалуйста, развернулась. Хотела идти к следующему кустику. А здесь под ногами еще семечко. Здесь уже примрослое. Можно вот так вот схватить и достать. Даже вот так, наверное, подрежем сейчас. Вот они. Какие крепыша-то. Осенний букет красавцев. А здесь-то какие классные, смотрите. Малыши-карандаши. Вот эти вот самое то. Вот таких вот мы много собирали вперед, но не в осиновом лесу, а в дубовом. Дня три назад их было так много черных. Таких вот прям черных-черных, знаете, прям настоящие черноголовики. Эти, конечно, уже светленькие. И вот буквально рядом поворачиваем сразу камеру, не отходя от кассы, так сказать. Сейчас. Видите? Красавцы какие. Ведерко их тоже. Вот такие вот. Классные. Эти тоже отправятся в баночку. Ароматные. Ай, как хорошо пахнут. Замечательно. Вот, а здесь площадка более-менее солнечная. И раз такой дружочек на меня выпрыгивает. Один. И второй. Два подосика. Такие вот красавчики. А это у нас гриб-зонтик. Пестрый. Вкусный, съедобный гриб в кляре. Он уже староват, видите? Мягкие пластины у него уже страшные такие, коричневые. Обычно он такой свежий, хрустящий. И всегда у него размеры очень большие. Такой, ух, здоровый. А
Оставим его здесь, так как он староват. Так бы был бы посвежее, конечно, взяли. А здесь еще, видите, парочка. Этот прям уже такой свалился, но вполне хорош. Можно взять. А этот вообще самый-самый смак. Ножка нам не нужна, я ее не беру. Смотрите, какой. Просто сказка. Выкручиваем ногу. Вот, остается вот такой вот у нас. Как это назвать, я не знаю, солнышко, которое мы возьмем с собой и пожарим в кляре. Обмакнем в яйцо, смешанное с перцем и солью. Потом в муку обваляем и на сковородку на растительное масло. Мне так очень нравится. И этот тоже. А теперь, внимание, мы дошли все-таки до пяточного места. И здесь нас встречают вот такие шикарные кустики сочных медовых пят. Смотрите, какие они. Ой, просто сказка. Ну, пускай полураскрытые. Один кустик прям уже такой подраскрылся. Но они хорошие. Смотрите, какие. Особенно вот этот. Просто сказочный. Ура! Мы наконец-то нашли свой маленький, но клондайк. Итак, приступаем к сбору медовых красавчиков. Они очень легко вынимаются. Прям вот так вот можно кустиками. Смотрите, о боже, это просто мечта. Не разваливайся, красавчик. Ох, кто бы знал, в самых диких колючках. Вау, вот это сказка. Класс, да, ребят? Вот это я понимаю, грибалка. Сегодня прям ассорти. Шикарно. Вырубка. Все опятки, как обычно, по вырубкам. Поехали дальше. Вынимаем. Ребят. Складываем, потом обрезаем. Все в кучку. Пускай такие будут уже не на закатку, но они отлично подойдут для жарки и для всего остального. Букеты золотой осени. Шикардос. Ох, лезем дальше. Ох, как же они пахнут. Ой, божественно. Просто божественно. Шикарные. Вот такой вот у нас сегодня ассортимент. Будем собирать, косить. Класс. Нашли полянки черной лисы. Такая хорошенькая. Обычно мелкая попадается, а здесь просто цветы. Прям шикарно. И она прям такая здесь распушенная, что просто грех пройти мимо и не взять. Вот какие они цветочки. Вороночник рожковидный называется. Трюфель для бедных, который мы утром собирали. Шикарно. Возьмем на сушку, а потом будем добавлять зимой во всякие блюда. Он очень ароматный, пахнет очень вкусно. Деликатес. Поднимаемся по склонам. Смотрите, здесь встречается черная лиса, вороночник, как мы с вами находили буквально только что. А это уже другой вид. Это именно лисичка, то была как... Не настоящая лисичка вороночника, а это, видите, здесь настоящие пластиночки такие лисичковые. Лисичка это серая. Вот она, вот такая. По вкусу ничем не уступает предыдущему грибу. Тоже такой же красивый, интересный грибок, видите? Отличие только в пластинах.
Еще по кустику опяток нашли. Здесь прям такие молоденькие, хорошенькие опяточки. Забираем их с собой. Досматриваем и завершаем наш сегодняшний грибной тур.